Привет! Смотрите, Шурик и Шуечка даже пытаются есть с одной миски. Шурик, конечно, тот еще. Ну дай ей. Да, вы же друзья. Иди, иди, проси, он даст, он не жадный. Я специально им уже дала в одной мисочке. Да. Для того, чтобы они понимали, что нужно дружить. Никуда Шурик не денется. Сейчас он поест своего мяса с молоком и тебе оставит. Если оставит мало, я тебе еще дам.